Дорога в Ульяновском районе, ведущая к санаторию имени Владимира Ильича Ленина, одна из важных транспортных развязок села Ундоры. Заготовка дорожно-строительных материалов для проведения работ по НАСПроекту «Безопасные и качественные дороги» началась еще зимой. Подрядные организации закупали щебень, песок и биту. Все материалы, которые используются при ремонте автодорог, прошли входной контроль качества в лаборатории департамента автодорог. В ремонтных работах задействованы самосвалы, фреза и тракторы. На сегодняшний день идет фрезерование асфальтобетонных покрытий. Последующие работы, укладка асфальтобетонного покрытия в раннее слое и будет верхний слой еще. И укрепление обочин. Уже сделано 700 метров дороги из 3 километров 100 метров по плану. Дорожные работы в Ульяновском районе по контракту должны завершиться 20 сентября 2023 года. Ремонтировать дороги также будут в Сенгелеевском, Кузоватовском, Терингульском и других районах Ульяновской области. Общее количество участков, подлежащих ремонту в текущем году, составляет 59 участков, из которых у нас, значит, 49 – это участка автомобильных дорог, на которых будет проводиться работа по ремонту асфальтобетонного покрытия, и 10 мостов, которые мы в текущем году должны отремонтировать. Общая протяженность дорожных участков, на которых запланирован ремонт, 121 километр, из которых 31 объект регионального значения, общей протяженностью 107 километров. Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ.